Вот еще раз официально регистрирую, не знаю, там официально заявляю то, что да, свобода и здоровье – это самое главное. Все остальное становится абсолютно неважным, если у вас что-то нет из этих двух. Важно, важно понимать, что такое свобода. Это не то, что у вас возможности есть купить себе остров. Нет. Свобода – это когда вам никто не мешает заработать на этот остров. Понимаете как? Это когда вы не сидите в клетке. Это когда вы не ребенок 12-летний, который не может оформить себе банковскую карточку без взрослых. Вот это не свобода. А если вы, если вам 18+, если вы можете, ну, были бы деньги, да, деньги это уже, это не показатель свободы, деньги это показатель вашей нужности. Если вы, обладая деньгами, можете купить себе билет в любой город там, России, к примеру, да, в Москву можете улететь или уехать на поезде, ну, я не знаю, к своей мечте, к фруктам или к бизнесу, или можете бизнес делать там, где вам нужно, если вам никто не мешает, вы свободны. Вот это называется свобода. А там кто-то писал, по-моему, Саша писал о том, что свобода – это финансовая независимость. А вот у меня нет своего острова, и что, мне плакать? Мне нужны свои плантации дурианов. А эти черти что с ними там химичат, к примеру, да? Хотя, мне кажется, в Малайзии химичить – это уже надо особым интеллектом обладать.